рассаду Роджерс и Браунлоуб желательно высаживать там, где питательная и плодородная почва, в защищенном от ветра солнечном месте. Высота взрослого растения до 60 см. При распускании эффектные листья с бронзово-золотыми краями, с множеством рельефных жилок, слегка опушенные. Летом они зеленеют, а к осени их окраска становится ярко-медно-красным оттенком. Мелкие цветки с легким ароматом, кремовато-белые, постепенно краснеющие, собраны в рыхлые и многочисленные метелки высотой 120 см. Цветет сорт рассады Роджерс и Браунлоуб с середины июня в течение 20-28 дней. Роджерс и стополистная Браунлоуб — это травянистый высотой от 100 до 130 см. Цветет растение в месяц июнь и июль. Окраска цветка кремовая. Весной листва по цвету коричнево-бронзовая, летом листва коричнево-бронзовая, осенью листва коричнево-бронзовая. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.